Упор на атаку, вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Депортиво Алавес начинает игру в таком составе. Игра вторым номером. Вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее на разрушение, чем на созидание. И матч в обороне сидеть задача нелегкая. Нужно выиграть. Так что посмотрим, что в обороне сидеть задача нелегкая. Нужно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня. Так что посмотрим, какую тактику сегодня команда применит на эту встречу. В последнее время очень остро стоит вопрос современного футбола в кругах болельщиков. Да, их можно понять, потому что многие ценности игры забыты, к сожалению. Некоторые игроки сами провоцируют на такое отношение к ним. Игра началась, смотрим. И пас обратно. Скучновато. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Много игры в пас сегодня. Ставка на владение мячом, на контроль мяча. Не сидеть, задача нелегкая. Нужно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня. Так что посмотрим, какую тактику сегодня команда применит на эту встречу. В последнее время очень остро стоит вопрос современного футбола в кругах болельщиков. Да, их можно понять, потому что многие ценности игры забыты, к сожалению. Некоторые игроки сами провоцируют на такое отношение к ним. Игра началась, смотрим. И пас обратно. Скучновато. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Много игры в пас сегодня. Ставка на владение мячом, на контроль мяча. Не сидеть, задача нелегкая. Нужно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня. Так что посмотрим, какую тактику сегодня команда применит на эту встречу. В последнее время очень остро стоит вопрос современного футбола в кругах болельщиков. Да, их можно понять, потому что многие ценности игры забыты, к сожалению. Некоторые игроки сами провоцируют на такое отношение к ним. Игра началась, смотрим. И пас обратно. Скучновато. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Много игры в пас сегодня. Ставка на владение мячом, на контроль мяча. Не сидеть, задача нелегкая. Нужно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня. Так что посмотрим, какую тактику сегодня команда применит на эту встречу. В последнее время очень остро стоит вопрос современного футбола в кругах болельщиков. Да, их можно понять, потому что многие ценности игры забыты, к сожалению. Некоторые игроки сами провоцируют на такое отношение к ним. Игра началась, смотрим. И пас обратно. Скучновато. Есть адрес для передачи, нужно пробовать.